привет, это Дава Дым, мы находимся в городе Волгоград, в новой кальянной Мята, которая находится на улице Пархоменко, дом 1/1. Так вот, в этом городе я уже второй день, и я уже примерно понял, какой будет следующий микс для моей рубрики «Годные миксы от Дава Дыма». И этот микс будет называться, как ни странно, «Волгоград», потому что микс Владимир у нас уже есть, и собственно... Что по этому миксу мы сделаем? Мы возьмем ВТО со вкусом лимон-лайм, возьмем сатир со вкусом барбарис Доха, немного мерзкого эклипса и, конечно же, Пекина Сан. Почему, собственно, такой микс? Потому что, как бы не было здесь Волги, реки, но здесь очень душно, нет ветра. И знаете, прям такая духота. И поэтому сделаем микс такой тоже душный-душный. Ну, тем самым, чтобы его можно было курить. Ну так вот, что нам еще потребуется? Нам потребуется фаннел, и я взял космоболовский. Так вот, собственно, погнали. А что нам нужно первым делом? Нам первым делом нужно взять наш эклипс. Сейчас я все уберу, чтобы вам не мешать. И выложить его самым нижним слоем. То есть ни много, ни мало. Мы берем наш эклипс и выкладываем прям равномерно на нижний слой. Так, далее. Мы берем наш сатир и его листами крупными. Сейчас я все размешаю здесь. И его крупными листами мы накрываем также слоем наш эклипс. То есть вот так это делаем. Далее нам потребуются наши ручки. То есть мы вот так вот листиками все это закрываем. И немного поджимаем. Далее. Мы берем наш Dark Side Пекина Сан и выкладываем сверху того, что мы уже сделали. Также все это разравниваем аккуратно. Главное не нарушить строение слоев, чтобы тот же сатир не вылез поверх нашего танжирса. И также, чтобы наш эклипс не вылез поверх сатира. И когда мы достигаем уже, в принципе, предельно забитой чашки, нам в этом случае уже понадобится... Понадобится табак ВТО со вкусом лимон-лайм линейки Карибы. Мы его выкладываем верхним слоем немного. Буквально, можно сказать, даже секторами. На 4 части чашки. Так, мы это все выложили. Далее мы сейчас затянем все это фольгой. И начнем, собственно, все это раскуривать. Так, мы взяли нашу фольгушечку и сейчас, собственно, все будем это аккуратненько заворачивать. Мы это все завернули. И сейчас будем делать дырочки. А я напоминаю, что этот микс называется «Волгоград», и снимаем мы его в кальянной Мята Лаунж на Пархоменко 1/1. Суть микса заключается в том, что в Волгограде мне дико здесь душно, и я просто потею, как собака. Поэтому микс будет тоже такой душный, мощный и интересный. Ну и, соответственно, будет пахнуть, наверное, Волгой.
Все, мы, ребят, забили, угли у меня уже почти готовы. Сейчас мы поднесем наш кальянчик и, собственно, все это раскурим. А так, пока ставь лайки, новые рубрики, годные миксы от Дава Дыма. Также я еще раз повторюсь, это годные миксы от Дава Дыма. И повторюсь я именно с углями, как правильно на фольге расставлять угли. А многие как бы показывают, что угли нужно ставить прямо на край. На самом деле это не совсем важно. Ставьте лучше их прям полноценно на край, но так, чтобы уголь всегда находился внутри чашки. То есть не на улице, а дома. Мы их расставляем. 4,22 у нас. И сейчас будем, собственно, все это греть. И это годные миксы от Дава Дыма. И это кальянная мята, город Волгоград. Снимай, пока. Я к вам вот, дай его. Угу. Ну, прикольно сделали, очень хорошо садится прям. А откуда он? Сай, ну давай, профессор, откуда Юнион? Украина? Не, наш, Нижний Новгород. А, Нижний Новгород? Говори, говори, а потом это, в быстром режиме пропущем. Ну, записываем еще. Да ходи, ходи, может, ходи на заднем фоне. Ты это, монтируешь потом, что? Да. Точно Нижний Новгород? М? Финокат. А? Да. У меня Final Cut, Motion. Так, ну собственно мы его уже прогрели. Первая тяга была сделана. По ощущениям пока непонятно, Волгоград это или не Волгоград. Той самой духоты пока еще не проявилось. Но думаю, сейчас мы его раскурим, и это все проявится. А вот и появляется эта духота волгоградская, где нет ветра и ни грамма свежести. Когда в Москве льют дожди, в Волгограде нужно радоваться, что здесь нет дождей, и здесь дикое солнце просто. Вот и получился годный микс, ребят. А если его вы решили его попробовать, затестили, и он вам понравился, пишите в комментарии. И если это получилось лютое говно для вас, то есть вы попробовали это, то все равно пишите в комментарии. Это Дава Дым и мои годные миксы специально для вас. Это город Волгоград. Микс тоже называется Волгоград. И снимаем мы это все в кальянное мято. Всем пока.